храм этот один из тех храмов, которые в Ростовской-на-Дону епархии уцелели от богоборческого насилия. Этот храм был построен казаками 1864 года на их пожертвования. А какие у них были пожертвования? Они занимались рыболовством. И первая тоня, как по-христиански раньше у казаков было, они грузили на лодки, байды так назывались, это большие железные лодки, и отвозили на рыбзавод, получали деньги, приносили в храм для строительства этого великолепного храма. Многие храмы, вот такие величественные, были сломаны. А этот храм уцелел только потому, что казаки были ревностными людьми и охраняли свое святилище, которое они сооружали своими же руками. Часто приезжали представители власти, чтобы закрыть этот святой храм. Но люди здесь находились для охраны, в подвалах жили и защитили этот храм от этого насилия. Хочу пожелать всем православным христианам страха Божьего, крепости, любви к церкви, потому что некоторые говорят, что я верующий, у меня Бог в сердце. Не может Бог в сердце быть у человека, который не посещает храм, который не исповедует святую церковь. Самое главное, чтобы весь православный народ ходил в храм, причащался, потому что без таинства тела и крови Христовой невозможно обрести вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашим. Батюшка, спаси Господи вас за этот удивительный рассказ и о храме, и о пожелании всем людям. Это очень близко к сердцу и сейчас очень нужно в наше сложное время. В наше время, когда идет это поветрие, нужно молиться, усиленно молиться, сугубо и усердно. Мы вам желаем всех благ, крепкого здоровья. Мы знаем, что вы здесь уже 36 лет в этом храме, батюшка. И мы, конечно же, просто, вот знаете, преклоняемся перед вами. Дай вам Бог здоровья и многое благое вам лето. В пределе Андрея Крисского, в пределе Константина Елены, вот этот посвященник, они были подарены царской семьей, и также вот эта люстра. И на всех этих изделиях есть царская печать, которая подтверждает их штамп. Да. Это очень интересно. А еще самый главный вопрос. Вот мы обратили внимание, что замечательная роспись. Это уже обновленная? Нет, это основание храма. С основания храма. Да, это люди, вот по истории, значит, иконописцы молились, постились и писали, только с молитвой писали вот эти иконы. Здесь замечательные афрески какие, да. Вот представьте себе, вот какие... Батюшка, и иконостас тоже. Иконостас. Здесь полностью храм. Полностью храм никогда не подвержен был никаким разорениям, ничего. Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей. Несть спасения ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услышамя от горы святые своея, аз уснух и спах, во стах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующиями в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господь не есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Дорогие наши подписчики, сейчас мы находимся в Ростовской епархии. Вот здесь уникальный просто батюшка. У него 4 сына и 33 внука. И это дочечки у меня. И дочечки, а дочечки сколько? 2 дочечки. Да. Дорогие друзья, вот она настоящая большая православная семья. Отцу Николаеву, сочадами, с внуками. Многое лет. Многое лет. Спасибо большое. Спасибо большое. Благословите. Спасибо большое. Вы сами поняли. Да.